Как защитить себя от хулиганов? Элементарные приемы по самообороне и рукопашному бою показал профессиональный тренер Леонид Воробьев. Начали мастер-класс с легкой разминки. После разобрали типичные ситуации, где необходима самозащита. И мы разберем ситуации конкретно молодых ребят. А именно, как правило, как обычно бывает. Двое-трое нападают на одного, один получает по спине, по затылку и отправляется в больницу, если все хорошо. Если не очень, может куда-то еще. Поэтому мы сегодня возьмем именно такие ситуации. 2 на 1, 3 на 1. Но для упрощения сначала возьмем 2 на 1. И разберем. Далее непосредственно элементы рукопашного боя. Базовые стойки, перемещения, защита от противника. Как обороняться из любой позиции. Стоит отметить, встречи по интересам в Химках проходят часто. Информацию о месте, теме и времени проведения можно найти на страницах газеты «Химкинские новости» или же на специальном сайте.